Здравствуйте, уважаемые посетители Фонтанки офис. 10 октября в этот день в 1922 году случилось немыслимое. На Знаменской площади у Николаевского вокзала, ныне Московского, как бы заново открыли памятник царю Александру III при советской власти. Тот самый огромный, массивный, над которым смеялись еще в 1909 году, в момент его первого открытия. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот. Ну, обормот — это сам царь. Памятник действительно вызывал странное ощущение, да и вызывает до сих пор. Кажется, что конь упирается и не хочет идти вперед. При этом памятник-то был царю, который начал строительство железнодорожного пути к Тихому океану. После революции 1917 года не прошло и двух лет, как известный пролетарский поэт Демьян Бедный придумал новую надпись на постаменте. Это такого, в виде такого игривого четверостишья. «Мой сын и мой отец, при жизни казнены, а я прожил удел посмертного бесславья. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья». Сначала это был просто транспарант, а затем его выбили на боковой части постамента, и в 1922 году было произведено такое шуточное переоткрытие памятника. Но и этим дело не кончилось. В 1927 году этот памятник использовали молодые скульпторы для создания временного монумента, посвященного десятилетию революции. Царя поместили в клетку, рядом возвели винтообразную башню, шестерню, повесили серп, молот и надпись «СССР». Говорили, что это не вызывало отторжения даже у людей старого образца. Ведь над памятником иронизировали, это же все-таки не было оскорблением, и памятник не уничтожали. Да и вообще надо заметить, что любви к этому монументу не было ни у кого, ведь даже сын Александра III, Николай II, был им недоволен и мечтал сослать в Иркутск, подальше с глаз. А вот в 1937 году документ был демонтирован, что называется, по смешному обвинению, дескать, мешал дорожному движению. Эпоха иронии сменилась прямыми решительными действиями. Посмотрите на этот памятник, который стоит сейчас у мраморного дворца. Что-то в нем есть действительно интригующее. С вами был архивариус Фонтанки офис Константин Ранкс. И оставайтесь вместе с нами.